Компания Чинган еще летом представила новый кроссовер Unity специальной версии Sport, а совсем недавно вывела данную версию в продажу. Внешне Sport-версия отличается круговым аэродинамическим обвесом, черненными деталями, лимонными полосами по кругу и 20-дюймовыми матовыми дисками. А прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, ведь новые видео на канале выходят каждый день. Версия Unity Sport оказалась немного крупнее. Длина заряженного кроссовера 4580 мм, ширина 1905 мм, высота 1565 мм. Спереди Unity Sport получил новую спортивную губу бампера, по бокам красуются юбки и арки с глянцевыми накладками, а сзади появились массивный спойлер и скромный диффузор. Четыре выпускных патрубка доступны и обычному Unity, но здесь они полностью оправданы. В салоне новацией стали увеличенные экраны и новая аудиосистема Arcamus с 9 динамиками. Диагональ обоих дисплеев выросла с 10,5 до 12,5 дюйма. Камера Face ID для распознавания лиц была на левой передней стойке и раньше, но теперь, как заявляет производитель, работает она заметно лучше. Также в отделку добавлены яркие акценты. Спортивный хэтчбэк Чинган Unity, вопреки китайским традициям, выделится не только декором. Под его капотом располагается бензиновая 2-литровая турбочетверка TGDI на 233 лошадиные силы и 390 ньютон-метров крутящего момента. Работает она вместе с 8-ступенчатым автоматом iSeal. Топовый двигатель для обычного Unity был анонсирован еще год назад, но пока все Unity оснащаются 1,5-литровым турбомотором на 180 лошадиных сил и 300 ньютон-метров крутящего момента. Коробка передач, 7-ступенчатый робот с 2 мокрыми сцеплениями и только передний привод. Особый акцент нужно сделать на безопасности свежего автомобиля. Этот китаец был протестирован по системе Euro NCAP и набрал в целом неплохие показатели, которые достигли окончательной отметки в 5 звезд. Стоит напомнить, что этот тест проводится в 4 основных направлениях: оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров. В этой оценке автомобиль набрал 90%, безопасность детей, пассажиров 84%, защищенность пешеходов, велосипедистов и других уязвимых участников движения 80%, а оснащение системой безопасности и контроля движения 74%. Также в представительстве уже поговаривают про увеличение мощности 1,5-литрового мотора. Вместе с этим обновленный кроссовер получит предмет гордости Чинган – AI-чип, который будет способен предугадывать желания владельца. Например, в зависимости от частоты моргания и зевания он определит уровень усталости водителя. А чтобы активировать выключенный экран головного устройства, будет достаточно посмотреть на него в течение секунды. Также у машины будут системы дистанционного управления со смартфона, очистки воздуха, кругового обзора и многие другие функции. Сиденья для новинки поставит компания NAPA. Так что в версии Unity 2022 года мы точно увидим что-то интересное. Unity вышел на китайский рынок еще осенью 2022 года с ценами от 116 до 134 тысяч юаней. В переводе на рубли это от 1 миллиона 350 тысяч рублей до 1 миллиона 560 тысяч рублей. И к концу года успел найти 68 646 хозяев. За 9 месяцев 2021 года кроссовер приобрели 89 560 автолюбителей. Впрочем, часть аудитории наверняка забрала старшую модель Unity. Чинган Aoshan X5 – бюджетная копия Unity. Обзор на Aoshan X5 и Unity вы можете посмотреть по ссылке на экране в описании. Так вот, цена Aoshan X5 от 69 тысяч до 102 тысяч юаней. В переводе на рубли это от 818 до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Уже опережает оригинал. За январь разошлись 13 127 штук, а за февраль 10 405 таких автомобилей. Как вам Чинган Unity? Какая версия кроссовера вам понравилась больше? Классическая или в спорт-пакете? Пишите ваше мнение в комментариях, вместе обсудим. А также не забудьте подписаться на канал, ведь уже завтра на канале выйдет новое видео с очередной новинкой. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!